Всем добрый 24 декабря, не знаю, когда я успею, не успею выложить вам. Едем в Сочи, проезжая Головинку, заметил, что здесь прям вообще пипец. В прямом смысле этого слова, тут практически по центральной трассе всей энное количество кипарисов валяется. Вы видите, вот сейчас они такие большие, красивые, некоторые еще стоят. Светит солнышко, блин, меня только пропустили эти две фуры, но я остановился и пропустил. Что делать? Снимать-то надо. В морду лица попала прям мне вся эта фигня. Как видите, один светофор не работает. Энное количество кипарисов тут валяется, в прямом смысле этого слова, провода. Попилили уже на бревнышке. Работают оперативно, кстати, службы у нас. Смотрите, как солнышко вышло. Светит ясно. Вообще, что-то в Головинке не везет в это время. Точнее, в последнее время. То квартира какая-нибудь сгорит, то вон кипарисы падают. Электрики вон сейчас наводят марафет. И вот, обратите внимание, пострадал магазин с цветами. От зелени пострадал. От кипарисов. Целая аллея кипарисовая. Есть в Сочи такая улица. И это еще не все, ребят. Это не все. Там дальше еще несколько деревьев по ходу движения. На въезде по всей трассе очень много подобных картин. Тем не менее, в Лазаревском Головинке уже солнышко светит. Елками торгуют. И вот такая картина. Вот так вот. Ветер был достаточно сильный. Цветам мне повезло больше всего. Да и светофору тоже, как видите. Он разгребает, убирает, намывает. Такая ситуация в Головинке на сей момент. А мы едем дальше. Едем в Сочи, но по ходу движения, если что-то будет интересное, конечно же, будем включаться. Видите, как распогодилось быстро. Уже солнышко вовсю светит. Ночью был сильнейший ураган, а днем солнышко. Там горы, если вам отсюда видно, а я думаю, вам видно, они уже все в снегу. Все белое. Ощущение весны. Вот идешь, и тебе кажется, что это весна пришла. Растаял снег, и светит солнце. Всем доброго дня, всем пока. Продолжаем нашу поездку. И если что интересно, то, конечно же, покажем. Всем пока.